искушение стать Богом без Бога. Это этот замес, это на гордости. Гордый человек, самый безумный человек. Вот в этом, вот самый корень был, самый корень греха. Стать Богом без Бога. И все рушится. Все отношения с Богом рушатся. Следующая ошибка. Люди, жажда двигаться туда, остается, люди начинают строить Вавилонскую башню. Опять же, карабкаются туда, на небеса, но без Бога. Мы сейчас сами организуемся, мы наш на новый мир построим. До какого-то момента построили, и все рухнуло. Нельзя стать Богом без Бога. Святость невозможна вне Бога, потому что Бог свят, а человек свят лишь в связке, в синергии с Богом. Без Бога человек не может быть святым. Он может быть порядочным человеком, добрым человеком, но это его мера. Святость — это выше.